Всем привет, дорогие друзья, на связи Кастина Юрчик, ребята. Сегодня в гостях у меня Димка Федоров, и это GTA 5 онлайн и спуск без тормозов по льду. Здорово всем, пацаны. Че сразу пацаны, у нас еще и девчата есть, поэтому что-то и ребята и тогда. Девчата. И девчата. Короче, ребят, у нас есть огромная дуга для разгона, где мы, в общем-то, разгоняемся на машинах из реальной жизни, то есть мы с помощью рандома их достаем и используем, ребята, абсолютно все. От каких-то маленьких машин, медленных, типа запорожцев, также внедорожников, крупногабаритов, военной техники, короче, всего, что попадется, главное, чтобы было из реальной жизни. Здесь на стрелках, ребята, мы отпускаем педаль газа и полностью управление, после чего начинается наше снисхождение по льду, ребята. У нас здесь вот таких вот аж 35 есть выступов, по которым мы должны скользить и как можно дальше вниз долетать, ребята. Чем ниже спускаемся, тем больше баллов получаем на счет. А здесь, получается, можно получить 350 баллов. Если попадем на платформу, то сразу 400. Ну и есть, ребята, экстра балл, который довольно-таки часто у нас вылетает, который приносит 500 очков. Главное, ребята, чтобы машина была быстрая, потому что чем быстрее скорость, тем быстрее она слайдит, скользит, ударяется, ну, короче, летит и добирается до конечной цели. Короче, ребятки, обязательно поставьте лайк, как слышите, мне уже полегче, но, наконец-то, более-менее голос мой восстановился, поэтому дальше будет только лучше, на следующей неделе, надеюсь, уже полностью восстановлюсь. Ну, а у нас по первой тачке из реальной жизни, ну, у тебя вроде как там все было стандартное, я так мельком глаза видел, и в итоге у тебя Skyline, а у меня, ребята, какой-то Cadillac. Окей, поехали. Разгоняемся. Баллона нитро у меня, кстати, нету, но я думаю, он здесь не потребуется, потому что, скорее всего, я такую большую скорость не разгоню. Так. Ну, в целом, неплохо пока. 300. Ну, слушай, 317. Ну, даже чуть быстрее ты оказался. Ну, да, очень медленные тачки, ребята, здесь ничего не поделаешь. Так, ну и вопрос, у кого тормоза получше. Так, а ты полегче, кстати. У тебя неплохой скай, да. Слушай, у тебя реально хороший скай, а я прям вообще торможу. Напомню, ребята, мы не управляем ни рулем, никак абсолютно. То есть все, что вы видите, происходит хаотично. Ай-яй-яй-яй-яй, не повезло. 60 у меня, я чуть-чуть на крышу не упал. Вот чуть-чуть 60? Не хватило. Нормально. Так, ну да, скай, ребята, в общем-то машина не быстрая. То есть скорость была как у меня, но как вы видите, она плохо тормозит. Слушай, прям неплохо вообще добирается. А я хорошо качусь, смотри. Да, ну, уже, конечно, сейчас остановочка будет, но 140 это уже солидно, ребята, да, хорошие баллы. И все, да? Ну, не, еще будет. Смотри, что, а? 150 в итоге. И все. Ваша остановочка. Праворульный, кстати, Sky. Вот такой, да, ребята, верно. Старенький. Отличные баллы. 150 очков, ребята. У меня только 60. Это значит, что дальше у тебя будет, возможно, спавнить 3 тачки, а у меня только 2. Вот такая жеребьевка. Такое тоже бывает. Ну что ж, смотрим на дроп. Гелик. Гелик какой-то. Так, у меня Honda неплохая, возможно. И тачку дайте, пожалуйста. Так, вапиды и бэха какая-то. Возможно, чит, но это вряд ли, скорее всего. У тебя там что по дропу? Давайте посмотрим. Тот самый гелик. Ты нахрена мою тачку удалил? Что у меня там было-то хорошее такое? У меня Honda какая-то была, ты мою Honda удалил. Так, ну давайте я рандомно заспавню еще одну машину, потому что спаун нейм Honda все равно я не помню. Санта-Фе? Ух ты! Чего? Ух ты! Ух ты, ух ты! Плохо. Между прочим. Ну окей, ребята, давайте пробовать. Мы готовы. Санта-Фе против гелика. Санта-Фе должен быть хороший, ребята. Машина, потому что отличная. Так, давайте немножко ограничитель пробьем. Так, ну, вопросы огромные. Как будет себя чувствовать именно машина, ребята, на льду? То есть, главное, чтобы в сторону не выкидывал. Ты сколько едешь? Ну, 400 плюс. В смысле ты меня догнал? У меня 530 было. Не знаю. Чего? Что за срань? Я разогнался быстрее, типа, тебя. Чего? А может, пингара, синхра? Ну, типа, ты у меня сейчас далеко от меня. Тут две лестницы всего. Так, ну Санта-Фе, ребята, летит. Летит неплохо, но прям на краюшке цепанул. Я тоже по краюшку. 270, и ты, получается, 270 взял. Цепанул, везет. Ой, повезло, повезло, да, ничего делать мы не можем. Гелик, ребята, отрикошетил, отличные баллы. И долетел до конца, 400 очков, хорошо, что не 500. Я тоже здесь мог оказаться, но не повезло, ребята. Санта-Фе немножко в сторону улетел. Поздравляем, хорошие баллы. Так, продолжаем, ребята. Летающий Брабас. Так, у меня Порш и вторая тачка какая. Что-то коричневых слишком много попадается. Дайте что-нибудь хорошее, пожалуйста, вместо рандом. И Е55.
Е55 не тот, поэтому не буду на нем акцентировать внимание. Возьмем, попробуем Porsche, ребята. Тем более, это хороший Porsche. Ну окей, Брабус хороший, но он цепляется. Я помню, что у него проблемы какие-то были. Вопрос, как это повезет с проездом или нет. Так, ну Porsche разгоняется. Ладно, хоть что-то радует. Если еще на крышу приземлиться, будет хорошо. Porsche хороший. 480. Ну, у меня тоже 400. Так, мне нужно отыгрывать, ребята, баллы. Солидно отыгрывать. Баллов так 300 точно навскидку, поэтому... Только емать обгоняю. Ну, Брабус легкий, да. А меня занесло! Меня занесло, я тупо улетел. 130, ребята. Отвратительный показатель. И Брабус опять засейвил. Ты что творишь? Ты чё творишь? Я не знаю, как это работает. Ну, я знаю, как это работает. Да-да-да, и ты прям в 500 идешь. Да ладно. Да не, не будет. Ох, повезло. Ох, повезло, ребята. Обидно. Две тачки на финише. Это очень сильно, ребята. 800 баллов за два прыжка. Мне нужно отыграть уже пятихатку, даже больше, наверное. Будет жестко. Да, ребята, вот такой вот рандом. Хорошие тачки. Так, у меня Терза и копейка. Я, скорее всего, возьму копеечку. Хотя Терза... Терза хороша. Так, ускоряшка. Ускоряшку один раз можешь прожать. Хотя, в принципе... Надо быть дебилом, чтобы не взять ее. Ну, на самом деле, ускоряшка ни на одном из этих спусков себя хорошо не показывала. Единственное, только на дуге, и то давала небольшие приросты. Поэтому, да, ребятам, посмотрим, как пойдет. Да, я 400 еду. Ну, да, он плюс-минус такой. 445 у меня, окей. О, скорость начинает терять. Ну, я свои сохранил, как бы, 440, но проблема не в этом. Проблема в том, что... Чего? Я не зацепил 60. Что? Чего? Так, ты остановился. Я, ты уже ускоряшку жал? 40, да? 40. Такое себе, да, Ламбер, что-то вообще меня удивило. То есть она за счет того, что широкая, просто прыг-прыг и улетела. Такое. 30 баллов, ребят, мы отыграли. В общей картине вообще никак ничего не изменилось. Так, Audi, вернее, BMW и Corvette. Не, ну, господи, нормально. Что-то у меня такое. Что-то нет тачек, пока не дает. Так, это тоже считается, ребята, крупногабарит первый, поэтому я просто его не беру. Только ждать, чтобы ради них... Ой, какое так, плохо. Феррари и Бэха какая-то. У меня очень хороший корвет. 360 под капотом. Надеюсь, нам это хоть полетел. Что-нибудь принесет. Так, ну Бэха странная максимально. Аперта была не та, ребята, не удивляйтесь. То, что Димка ее не взял. У меня корвет пушка прям. Прям реально пушка. Угу. Так. 350 еду. 460, но это какая уже тачка, которая дает мне такие скорости, а по факту все 330. Они как бы показали себя плохо. Я торможу сильно. Отвратительно быстро торможу. Так, как у тебя дела? Как летишь, вижу. Я быстро торможу, но в бок. Так. 90. Так, 90. Я пока что полтинник отыграл. Я очень сильно надеюсь, что получится сейчас на крышу упасть, но я не доезжаю. 140, ребята. Хорошие тормоза оказались у корвета, несмотря на максимальную скорость. И на самом деле я уже что-то немножко сомневаюсь, что получится отыграться, потому что тачки вроде и так интересные падают, но все они быстро тормозят. Так, что это? Это чес какой-то, 14-й такой себе. Кёнигсберг даже смотреть не буду. Так, Галларда хорошая. Так, у тебя... Да что за... У меня как будто база вся забита. О, появилась. Так, понимаю. У тебя Drift Corch и типа Mazda вот такая. Или Ford, господи, где моя ламба. Так, хорошо. Выбирай Drift Corch либо Ford. Drift Corch, потому что он быстрый. Но он быстро тормозил, насколько я помню, по льду. Поэтому вопросы остаются, ребята, ко всем тачкам, которые в любом случае у нас попадаются. Так, ламба тоже хорошая, тоже разгонится. Но опять-таки... Нужно чудо, чтобы долететь до конца. 300. Мало иметь хорошую скорость. 378, 400. Видел? Уже вниз пошел. 400? 410. А, хотя Drift Corch, да, может. 350 по итогу. Всю скорость растерял. Как я аккуратно еду. Я на крыше. На крыше это хорошо, возможно. Так, 90. Кто вылетел? 80 у меня. 90. Такое.
Блин, мне реально интересно посмотреть, сколько у нас баллов там разница, потому что я вроде и выигрываю уже третий раунд подряд, а по факту-то толку от этого нету вообще никакого, чисто ноль. Так, у меня вот это, кстати, считается тоже хреновина шестиколесная, это тоже считается, я возьму вот эту штучку. А, не видел твою вторую тачку, но, видать, Мерседес был быстрее. Так, окей. Странная хрень какая-то там у тебя была, у меня точнее. Так, Nissan. Видал? Nissan может быть хороший, может быть плохой, но это хороший Nissan, быстрый, хорошо. Блин, какие тачки, ребята, мне попадаются? Вы смотрите на скорости, и насколько все равно мне не везет. 330. Это максимально странно. 474 на стрелках. Да не плохо. Ой, блин, слушай. Да у меня все тачки 400+, но не все, большинство. И это мне вообще никак не приносит, никак не помогает. Вот меня опять занесло. И я не зацепил. Что происходит? 100 баллов, ребята. Так, ты едешь... Но тормозишь быстро и все, да. 70. Блин, даже 30 баллов отыграл, вообще не смешно. Меня это начинает реально напрягать уже. То есть тачки пушки, а толку ноль. Так, Драгстер у меня охеренный, очень быстрый, кстати. Так, и вот так вот. Но у меня выбор невелик, поэтому я беру именно Мазду, ребята. Что ж, ребята, мы готовы, давайте прыгать. В общем-то, заряженный Драгстер Мазда против, короче, Бьюика Димона. Давай начинаем. Я же Бьюик вроде. Наверное. Так, ну у меня хорошо. Скорости бешеные, ребята. Просто бешеные скорости. 300 у меня. 700. Чисто по центру. Не знаю, хорошо или нет, ребята. Чисто, как говорится, ва-банк поехал. Разнесло тачку. Так, пока сейвлю. Емать, приземлился. Крайне не везет. И где-то вот здесь я зацепился, не знаю. Так, ребята, где там Димон? Давайте посмотрим. И это 150, что с тобой? Это дрифт. Слушай, прикольно. Нихера себе угла дает, прикольно. Ладно, ребята, не повезло с Драгстером, бешеной скорости, но сегодня летим мимо. Ну, как говорится, я в ахере, по-другому не сказать, потому что реализация хромает. У меня кабанчик. Кабанчик — это неплохо. Какой-то Драгстер новый. 174 под капотом, 65-й. Ну и кабанчик. Кабанчик тот самый. Так, ну Porsche давай. Porsche вроде неплохой. Надеюсь сильно, что улетишь в сторону. Так, окей. Димон сиганул. Охеренно давай. Сиганул, да? Кабанчик точно есть. Пушка. Видал? Так, уйди-ка в сторону. Всю скорость потерял. Так. 400? Да. Понимаю. 540, ребята, я полетел. Так, давай кабанчик, давай кабанчик, давай кабанчик. Кабанчик пока красавец. Это херово. Мне это не нравится. Но я пока не отвлекаюсь ни на что. Давай кабанчик, до финиша. Сейвся. Ничего не задел больше. Где-то здесь вылетел 240. Отличные баллы, но и у тебя хорошие, это не круто. Да. Так, ладно, ребята, продолжаемся. Рома, Додж и Бэхачит. Нет, ну, хороший, кстати. Так. Просто очень быстрая Бэха какая-то, 200+ под капотом. Попробуем. Это она, это классная Бэха. У нас, ребята, это предпоследний раунд, будет еще один. Феррари пытается дрифтить. Видал? Вот такое. Как могу. Ну, такое. Так, а Бэха ей типа 400, но, ребята, сегодня этим тачкам я вообще не доверяю, потому что все они имеют хреновое сцепление. 400, опять-таки, и очень жесткие тормоза. Да, ребята. Бэха оказалась надежная в плане управления, да? 25. 25. Ой, тут 30, да. Так, у меня соточка, особо далеко не улетел, как бы 30 у Димона, окей. Ну и финальный, ребята, раунд, последний буквально, посмотрим, что у нас получится. Так, считается Реношка, супер считается, и Кобра. Кобра такая, 175, 180, а ты сколько поедешь? 152. Ну ладно, я в любом случае на нем уже ездил. Он как-то попадался, ребята, если не видели, посмотрите предыдущие серии. Бугатти хорошая, но Бугатти, я помню, прям в сторону уносила очень жестко. У меня просто супер такая себе. Так, ладно. Так, 70. 250. Очень 400. Медленный я.
Нахера у тебя переход, блядь, 250-400, чё? Это как вообще? Так и было. Ну это Бугатти. У меня под капотом 289. 418 максималка. 315. Отвратительно. Вау! Да, очень быстро торможу, ребята. Да. Я другого не ожидал, на самом деле, от Toyota. Так, 90 у меня было. Тут где-то сколько тут было? 60, короче. Что ж, вот такая серия, ребят, сегодня получилась. У Димки были прикольные, интересные тачки. По баллам непонятно, кто победил, но тем не менее. Надеюсь, вы уже поставили лайк, подписались. Всем большое спасибо и всем пока-пока. Пока, ребят.